время практически 6 утра. В машине еду. Рад, что заглянули на мой канал. Спасибо вам за это. Мы едем с вами на охоту. Да, я вот не говорил, скажу. Я состою в Московском обществе охотников и рыболовов. Ну, помимо этого, еще и в военном охотничьем обществе. Я офицер запаса. И периодически коллектив, ну или часть людей, охотников из коллектива, меня приглашают на различные виды охоты. Вот сейчас вот ноябрь, начало ноября. Один мой хороший товарищ из этого же общества пригласил погонять зайчика на границе Московской и Смоленской области. Ну, смоленщина, она вообще как бы славится дичью, особенно пушниной. По погоде такой снежок нападал вчера, сейчас такой легкий, местами снег прошел. В общем, в принципе, нормально, 0 градусов показывает. Я думаю, что будет даже теплее. Я сейчас, опять же, не один еду. С той стороны камеры мой напарник Илья, вот взял человека третий раз на охоту, да, Илюш? Здравствуйте, товарищи, да, третий раз. Вот, но на зайца первый раз, получается. Да, да. Ну, вот как раз опыт тоже. Коли мы едем в охотничье общество, мы товарищи. Товарищи. Вот, но как раз тоже посмотришь и этот вид охоты, да, поймешь, что это такое, почувствуешь. Вот, гонять будем сегодня весь день, друзья. В этих угодьях я ни разу не был, ничего о них вам рассказать не могу, к сожалению. Заодно как бы посмотрим, разведка. Ну, как обычно, мужики говорят, да, зайца там много. Преимущественно преобладает там заяц-беляк, немного есть русака, поэтому дробь тройка, ну, не больше двойки, так скажем. В общем, навстречу приключениям. Уже на месте будем снимать, показывать, что там будет происходить у нас. Повстречаемся с коллективом. Дальше, как Бог пошлет. Не пуха. Так, ну что, друзья, мы сейчас пересели. Вот впереди за рулем мой коллега, товарищ охотник Борис Иванович. Справа его друг едет на пассажирском. Юрий Иванович, оба Ивановича. Вот как раз те самые мужики, охотники из коллектива нашего военно-охотничьего. Илюха слева тут сидит. Доброе утро. Да. Вот, сейчас мы переезжаем немножко в другую деревню. Мы сейчас на базу приехали, перегрузились быстренько и едем за... Ну, егерь, да, он, Иванович, или такой, егерь-охотник? Да, егерь-охотник. Ну, с собакой, который, да. В общем, который будет, собственно, сегодня зайца гонять. Так, что вам сказал Анатолий? Вправо. Вправо от этой... От дороги? Нет. Ох ты мой хороший. Лопа. Девочка, да, девочка? Девочка, а? Девочка. Вот кто сегодня будет охоту нам обеспечивать. Вправо от Рыльково. Приехали, друзья, вот эта сторона, да. Встречаться вот в эту деревеньку. Так. Он залез? С мужиками? Ну, если, я думаю, что залезет. Патриотик, да? Илюк? Да, патриотик. Ну, это везде пройдет. Ну, не везде. Ну, резина такая правильная. Правильно, правильно. Гудричи, да, стоят? Можно к нам загнать. Да, у тебя есть место? О, еще смотри. Да нет, ну тот куда. Гончак, ну тот. А, это парень, да? Или да. Тоже парень? Не, а... сиди, задом. Бой, ну, бой вот. Не уйдет никуда. Не вот они. Ну это семейная пара, я так понимаю. Они родственники. Родственники. Это давнишний родственник. Да, моя постарше. У нее мама. А для моего она бабка. А, вот так вот. Я понял. Чужой предка не хочет. Ага. Ну, все. Не подеретесь там? Нет. Ну, изнасилует, может. Такое бывает. А дружба может дать. Если кто-то не хочет, то да, это верно. Так, все. Это верно, везде. У них как-нибудь... Едем дальше, теперь уже... Все, теперь, как я понимаю, мы уже едем на площадя. Ну вот, друзья, все, встретились. Получается, нас сколько? 6 человек? Да. Ну, двое обрезать, нормально. Погнали. Да, насколько я вот уже по опыту. Беляк, он от русака, это, Люх, вообще тебе в основном. Он, знаешь как, русак, он такой импульсивный, он, зараза, сильный. Он начинает прыгать и очень быстро. А беляк, он такой более, мне кажется, осторожный. Он, знаешь, встанет. Пробежал и слушает. Чуть-чуть. Ну, пробежал, да. Чуть-чуть, да, да, вот как встал, правильно Иванович, ну, говорит. Да. Короткими такими. И встал и слушает. Вот этот момент как бы можно поймать. Но если пошел
Да, и выбирают-то они. Вот ты не думаешь, что он вот так через кусты будет долго. Это когда гонный уже, шумовой. А так будет выбирать вот такие дороги, просеки. Вот, и где по ним будет идти. По следам, да. Ты что, он дурак, что ли, лезть по этому, по бурелому? Да, единственное, будет, конечно, петлять, запутывать собаку, но... Ну. Вот примерно такая, как бы, наука. А дальше уже сам увидишь. Лавочки тут. Хорошо. Ворона нас поприветствовала. Мужики переобуваются, переодеваются. Отпустил. Вот она. Километр, 800 метров. Показывает прям, да, где... Показывает расстояние и показывает, куда движется собака. Как здорово. Отлично. Где она есть, расстояние и куда собака. Отлично, движется. Направление движения. Очень здорово. Да, молодцы. Ну, а цена вопроса, наверное, недешево. Ценник сейчас, вот мне сын покупал 3 года назад за 25 тысяч, вот комплект. Да, ну недешево. И каждый ошейник, можно на него цеплять 10 ошейников. До 10 ошейников. А, то есть она... Каждый ошейник еще червонец. Вот так вот. Вот. А сейчас, по-моему, полтинник стоит комплект. Где? А, да. Скидку сделал. Вот в одно место садил, раза 3. Вот поднимается, зум заяц. Ага. Идет лось. Лось. Так бежит. Ага. Назад. И так, вот как пойду, даже 2 идут. Один на, как прошел собака, а второй так на меня выше стоит. Ага. Я сидел, думаю, что же делать? Ну вот интересно было, значит, ей полосю попробовать. Такой бурелом тут. Разрешает лес вот вырезать. Так раньше такого не было, дядя Слав. Да. Лесничество когда было, это же за это сажали. Ни веточки, а ничего. Да это все, да. Не выжигает, ходишь по угодьям, где-то дороги. Это пилами пообрезали, бензопилами, чтобы проезжать можно было. А вот так вот влево-вправо сунешься, и все. И в валежник в этот. Вот такой веточки даже не лежал, Илюх. Это дед еще меня водил, когда ходить мог. Вот у меня где-то с 6 лет на охоту начал брать, так чтобы я впитывал. Это ж я еще той, старой закалки. Он мне все это передавал. Вот такого вообще не было нигде. Конечно, если ураган прошел... За то, что он принял от того, кто пилил, нет? Да, да. Они же подписывали все да, это. Да, да. А я сейчас... Рябчика. Самочкой. Они сейчас на самку в основном уже парами сидят. И разбить тяжело. А да, одиночные да. Могут эти. Ты не брал монокль? Ну вот трёшкой нельзя, но семёркой. Пятёркой я как-то этот сблизи выстрелил, так его раздербанило. Как ты говоришь, я трёшкой год, наверное, 2 назад. Долбанул, да? Сколько она? Осторожнее. 2 рябчика, один рядом сел, другой через дорогу, много берёзы. Ага. А если делают? Возле сухой елки. Ну здесь. Может, даже чуть ближе. А он такой рябчиковый лес здесь, ельник это. Слушай, я в него ударил. Думал, как по голове старался. А вся это. Все разлетело, блядь. А теперь, блядь. Да, да, да. То есть крылья. Да конечно, его разносят это. Да они вообще. Второй не улетел, я ему как-то говорю, бах, чистенький. Они вообще, Илюх, на рану рябчик, он очень падок. Вот одна дробинка попадет, он уже отваливается. Ага, как вальшин, да. Вот, вон. О, ну это уже такой, да. Это корова. Корова стрелка.
корова с теленком ходит, да. Рога-то они уж посбрасывали, мне кажется. Может, не мя. А может и да. Два теленка, да, может. Мы позавчера на лесу сходили, что провязательно. Ага. Более прям, мы в чищу полезли. Лень обходить был пару, мы через нее. Спугнули лося, да, два. Да-да. Чух-чух-чух, он побежал, слышал. А потом лезли. Прямо вот чище взяли, вот. Или да. Собак поднял, она рядом бежала, или мы его. В общем, как завизжит, прячется, смотрите, он сидит. Блядь, заяц сидит в крепи, да. Это знаешь, Люх, когда хорошо, морозец такой, солнечный день, вот его хорошо гонять. Вот он-то лежит, нет, ух ты. Жать им все равно надо, вот они начинают. Они начинают кружить, а сейчас пока вот снег выпал, они в крепи. Видишь? Вон. Угу. И вот. Это самец, лось, по метке делает. А потом где-то через... Пошли. А потом может... Через где-то трое суток, может, проверяет, ходит. Не отложил ли мы кто? Ну? Вы прямо и вышли, да? Нет, мы... Свернули? Мы вас проскочили. Мы оказались впереди. Это мы напрямую через лес пошли к вам. Мы что-нибудь видели? Видели лося. Ну да. А тут вот крупный самец такой. Александрович, тут такой прямо матерый этот. Мы ему коки не щупали, не знаем. Не, я посмотрел по следу. И эти, да, метки прям оставил свежие. По размеру обуви? По размеру обуви, ага. Вот с тобой, моя, блядь, ну как? А? Там делянка пришла, повидала нас, ушла. Вот в сторону туда. Вон там вышли, наши. Не, наш везде все, он за лосями меня не держит. Иваныч, слышишь, что говорю? У меня единственный лось. Вон этот, крупный лось такой, самец. Мы смотрели. Да, и метки тут оставил свежие. А мы вот такой, он лосину там жрал, там помет там море. Ну тоже самец, это он самец ходит. Наверное, да. Потому что такой прямо этот. Ну, матерый. Одиночка, да. Матерый, ага. Вот, Дим, гонять-то надо. Надо идти к машинам. Четко знаешь, как машина летит. Расстаться фронтом расставится и идти. Пошире взять полосу, может быть, где-то выскочит. Подковой. Вот давай сейчас, Александрович, пойдем. Так вот будет дорога, на которой мы после машины вышли. Слушай, а машина где у нас? Там. Да? Машина вот так? Да, да. Вот туда. Угу. Правда. Просто вот этот овраг сейчас будет. Рахманка. Угу. Она не даст нам перейти, как говорится. И так она, ну, выйдет на дорогу, к которой мы от вас ушли, она так проходит, она в рыжков выходит. Вон твоя идет. Да. Лена, пойдем, пошли вот так. Не по этим же чищам лазить. Угу. Не было. Не было? Я не слышал. Это у тебя трек показывает, да, он? Куда мы дошли? Ага. Ну, по этой, по дуге обошли. Да. Задорка. Лучше не надо, не гладь его. Не, не гладь, не гладь. А чужую собаку дурной тон вообще гладит. Все, давай, вперед, 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 задор, вперед. Задор, искать, задор. Задор! Верта! Задор! Верта! Задор! Не, мы тут нашумели, мужики. Конечно, лось тут не удержался. Лось уже давно, да. Рябчик, ну я же спищу иногда, может и рябчик. Они сейчас уже парами, они могут и не ответить. А задор! Но там, вот там, мелькнуло. Вот мелькнуло. Что? Вот я присел, в кустах мелькнуло. Да? Мелькнуло-то он пролетал. Это... Птица. Вот птица. Собака? Собака пролетала. Вот я ее вот там увидел, то вот так вот прошла. А, ну может это он. Собака только сейчас прошла. Может где-то назад. Вы зря, мужики, этот самый. Вот не подождали. Вот,
там будет. Хоть рот открыл. Рот открыл. Хоть да, гончака услышали. Ну ладно. Ложная тревога, да? Один товарищ на работу. Фингал под глазом. Ага. Ох, Петрович, а где это тебя-то? Не понимаю, вчера. Так, я грохнулся в ванну. Ага. А дед подошел, рассмотрел. Нет, сынок, это ручная. Работа, да. Жена сковородкой, понятно. Это, Илюх, тоже, это уже не анекдот. Когда коляска еще такая была лежачая, сына возил, а я его вот так вот, это ему нравится, и я ручкой, представляешь, в глаз себе подбил. Но у меня тут ссадина и такой фингал. На службу прихожу, мне мужики: о, Юрич, говорит, ты что, с женой поругался, что ли? Я начинаю объяснять: нет, сидел, коляску качал, ручка, они мне: да ладно, что ты это, жена, небось, сковородкой. Потом, знаешь, когда уже десятый спрашивает, я говорю: слушай, да вчера жена сковородкой огрела. А, ну нет вопросов, все. Это все понимаю. Отстали, да? Да, сразу отстали, все понятно. Ну да, тут все с пониманием, как бы. Краснодеревщик заходит в подъезд, ему ду в лоб. Опа, сороковочка. Да, прилетела. Распознал доска сороковочка. Ага, ага, да, да, сороковочка. Ну, краснодеревщик. Угу. Ну, сейчас, друзья, несколько так слов. В общем, Пороша вот это выпало. Снег легкий. Заяц, он пока опасается по такому передвигаться. Со вчера лежит. Вот. Кормиться пока не хочет идти. Здесь вариант только такой, что собаки по запаху поднимут и дальше погонят. Сейчас вот собака, то что лаяла, вот мы остановились, но скорее всего вот мужики говорят, что куница либо рябчик, когда зайца, они прям не прекращая начинают. Сейчас идем обратно, где стоянка у нас. Вот, наверное, попробуем где-то, может, по кромке леса посмотреть. О, а это лося. Лося гонят. Там, да, где-то проходит загон, Саныч? Там выстрел был. А, да, 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 да. Все. Да. Вон твой папа. Да. Он сейчас всех обнюхал. Да он ждет, пока его погладят, а пока не за что особо. Берт, иди ко мне. Он Берту хочет погладить. А, ну это да, да, да. Нашел, да? Вот в феврале гон у них. Он же в ней был. Да. Так, вот его... отрыч. Задор, стоять. Задор. Стоять. Вот так вот. Ну, послушный. Ну, а как? Дисциплинирован. Святую середу же получают. Ну, куда, ну. Если не слушает, крайнее слово. Так. А, все, сразу. Да, да. Так, а как пойдем, Слав? Сидыш, мы отсюда заходили. Нет, это мы сюда приходили. Мы туда зашли. Мы отсюда к вам пошли. Это мы сюда приходили и пошли к вам. А. Да, это мы туда ходили, он туда же. Машина вот так вот где-то. Может, возле поробки пройдем край, давай. Может... Вот этой стороной? Да. А может, может, правильно предложили разделиться немножко там полосу? По лесу пройти. Надо будет расставить, да. Вот цепью пойти просто. Ну, давайте. Пошире, да, за 50 идите, метров захватит. Я чуть подальше так пойду. А? Здесь кто-то идите, я чуть подальше так пойду. И, в общем, движемся в ту сторону. И идем и покрикиваем по чуть. Да, да. Дадор, ну-ка отрыщ. Пойдем. Сейчас, друзья, решили рассредоточиться цепочкой. Идем через лес, шумим, может быть, поднимем все-таки. Мужики пошли вдоль кромки, там вырубка. Вот. Илюха туда чуть дальше. Илюх, ты там не заглубляйся особо. Вот, идем такой цепью. Ну, может, что поднимем. Оп! Вот работа, в принципе, загонщиков. Только ж, конечно, сейчас еще нормально ходить, а когда снега сантиметров 50-60, и вот такие бревна, сразу чувствуешь, какова их. Ох ты! А вот это, слушайте. О, Илюх, а здесь этот вот, как раз лось, крупный самец прошел, одиночка. Вот следы, вот след. Видно, да? Растопырено.
Самец крупный, взрослый самец ходил. Вот он ходил. Вот его тропа. А вот этот самый, Александрыч, крупный самец, одиночка, вот здесь, туда. Это вот туда мы его и выгнали, скорее всего. Да. А может другой уже, да. Ну да, лося здесь. Вот уже ходим. Это корова, как бы следы я видел. Два теленка. Вот тоже, вот он, примет. Вот она тропа, вот он лось. Да, лося много и самцы. Вот тропа его. Прям по лосиному иду. В его сторону. Илюх, лось туда шел. Я прям по тропе сейчас иду. Да, да, свежий. Свежий след. Так, ну их тут может быть много. Это он не один. Оп! Оп! Так, вот здесь вот. Не запросто. Запросто. Вот может, может. Так, вот. Болото. Да, здесь болото. Красота какая. Там болото, Илюх. Обходи его, сюда иди. Тут болото, Илюх, иди сюда. Ага. Оп! По кромке я иду этого болота. Может, что и поднимем. Прям вот этот, кровь, да. Ага. Задор, а что это у тебя кровь-то? Да не знаю, ну-ка. Иди к папе, иди. Иди покажись. Слева бока там глянь, или на пузе, что ли. А, это вот когда он лаял? Ё-моё! А я говорил, даже этот подсвинок может запросто. Кабаны-то мы видели на рое, да? Суток не придерёт. Всю кожу. Ну, верхний... Мы сейчас шли, когда орали, мы не слышали. Там загон шёл, там мог кабан идти. Да. Ну, он что же поднимается с лёжек, да? О, вот это нехорошо. А есть чем обработать, Анатолий Александрович? Рана такая, да? Но верхний слой хотя бы. Боится. Ну как же так, а? Как бы не зашивать вообще. Как бы не зашивать. Вот что я и боюсь всегда, когда идут эти загоны какие-то, и мы еще... Кровит, кровит она. Это не сук. Это сук не... так определенно. Да привязать. Я тоже так привязать. Что нам будет? Верно, пойдем, я тебя тоже. Так, все, вернулись на стоянку. Ничего? Сейчас перекус. Не увидел ничего. Да что там в этот пердемонокль-то увидишь? Не, ну что-то, что-то увидел, что-то увидел. Вот так вот, вместо много не. Какой я глазами? Я глазами дальше вижу. А как у него? Десятка, да? Да какой там, наверное, 5-6, не больше. 12 на 25 написано. О, 12. Ну, конечно. Морской. Ну, 25, а у меня 42. Не, ну вот у тебя вот, вот такая вот. Вот такая. Да, ну, вот такая. Да. О, но зато это стоит того. Ну, не, Юр, я же не спорю. Просто... За наблюдение за дичью, это только самое оно. И больше... Ну вот, смотри. Вот, и вот больше вот 42. Березы рассмотреть очень-очень хорошо рассматривают. Больше 10 крат и больше 40, 42 брать нет смысла. Будет тремор чувствоваться на дистанции рук. Конечно.
Нет, все нормально, он дальний рассматривается хорошо. Нормально, да я видел. Нет, я ж так, я шучу. Хорошо. Верхушки берез видел, тетеревов нет. Но мы его слышали. Да, слышали. Сало сам солил, ребята. О, вот сальца я попробую. И сам забил. Да, своя. Этого нет. Не пробовал? Из мяса колбаса. То есть тогда диспозиция какая у нас сегодня? Сейчас сделаем. Польшу пройти на ту сторону. Так, дядя Слав, какие сейчас это? Анатолий Александрович, планы какие сейчас? Что делаем? Сколько сейчас времени, ребята? Ну, около 12, может больше, около часа, наверное, нет? 12.40. 12.40, да. Думаю. 12.40 уже. Думаю. Не рвануть ли мне ведь лечебницу с ним? Да, собачку-то она будет. Он сейчас здесь по этой чепухе наперед хватает. Может быть заражение, да? До вечера. К врачу бы надо. Да, а врачу надо. До двух часов ведь лечебница работает. Да, надо это обязательно, собаку. Его, может быть, не зашит, но заклеит точно. Ну да, это нужно сделать. Это нужно сделать. Но. Потому что теперь все на месяц как минимум из строя. Да, все равно собаки заражение. Хорошо, что у меня еще есть. Две есть. А, есть запасные варианты всегда. Ты как сюда прибралась-то? Ну... Обошла. Ага. Сейчас, друзья, вот там вот тальник этот, березняк молодой. Заяц может и там сидеть, на поле. Значит, дядя Слава с собакой пошел вот так вот обходить, а мы обрезать будем. Номера поставим, вот, попробуем его отсюда выдавить. Где-то тут он должен быть, это точно. Сейчас потихоньку продвигаемся, уже будем идти тихо, не разговаривать. Это я сейчас уже так просто вам рассказываю. Смотри, Юра там стоит, у тебя вот. Да, номер там. Я хочу туда пойти. Я в этот, в угол леса пойду. Встану. А если? Обрезать. Да, в угол леса пойду. Сейчас. А этот кусок. Ну или пойду, дойду до тех елочек туда. Да, я пойду за ним. Тогда ты в ту сторону уже. Посмотрим. Ты уже в ту сторону не бей. Я пойду дальше, наверное. Отбой! Сюда, за мной! Сюда, Илюх! Юрий, скажи отбой! А я-то надеялся все-таки, что будет сидеть. Да, видно, снег выпал.
этот снег его пугает. Он еще пока не беленький даже, а такой он. Белики, они сероватые сейчас, серенькие. Вот когда белые, они свободно по такому снегу ходят. А сейчас боятся. Сейчас вдоль канала вот так вот пролезем. Я бы, конечно, туда вот, к кромке леса. До дороги. А там у леса дорога, что ли, идет? Ну, понятно. Ну что, друзья, сегодня, видать, не наш день. Заяц точно лежит. Лежит крепко. Вот может вот тут вот лежать под этими бревнами. Пройдешь мимо, и он даже не встанет. Вот, все-таки либо снег должен этот уже устаканиться, и он перелинять, беленьким стать. Вот тогда они свободно ходят. Либо, чтобы совсем растаял. Вот, я вот думаю, ну мы сейчас идем по такой дуге, вот там вот в той где-то степи стоянка. Вот так вот загибаемся потихоньку. Может где-то собака все-таки хоть кого-нибудь поднимет. Лису может. Вот, зайца. И я думаю, не знаю, может на рябчика что ли переключиться, правда. Мужики посидят за столом там. А я схожу недалеко, посмотрим. Очень такой рябчиковый лес. Ну дальше посмотрим. Кабана вообще просто стада. Нароев полно, очень много кабана. Прям свежий. Лось тоже здесь. Вот по угодьям гуляем. Смоленщина, Смоленская область. Ну, граница, я говорю, с Московской, но относится к Смоленской области. Вот. Сейчас. Ответ, что ли, будет? Ну, вот блиндажи. Здесь могут и наши быть, да? Здесь и там блиндаж. Вот, а может эти? Рукино, вот наша деревня. Наша, да. И немножко вот как бы на запад. Полкилометра. Вот там была линия обороны немецкой. А. Вот за долгом, по-моему, вот в Холмово был штаб фронта стоял, говорят. Вот. Или штаб армии. Кусок такой было. Угу. Понятно, да. Ну, как перебежка. Лавилькова, пленных. Петра Холмова, мужики вот местные, кто были живы, все рассказывали, туда водили. А здесь отсиживались, да, это? Немцы долго сидели. И наши не могли их тронуть, потому что, ну, не могли. А так у них оборона была хорошая. Вот они с Волоколамска, вот, Клушино, накатывали в ту сторону, здесь вот там это, высота была. Высота. И подходы тяжелые. Газ, вижу, трубка противогазная. Автоведом. Ага. Приехали на машине. Решили. Ну это эти копатели, да? Да. Вытащили. Вот, тянули, дрожили. А это вот интересно, ну, что было? Порвали, все, канистра. Канистра. А, это кусок канистры, да. Копать и вытащить. Касочка. Наша, это наша. Как нас сфотографировать в памяти, бля. Конечно. Вещи такое увидишь. Меня забыли, да? Я вас ушла, а я вас не вижу. Да, эхо войны, Илюх, да? Но они молодцы, что оставили. Смотри, это кусочек котелка, наверное, да? Да. Вот окопы, да? Они ровных нет, они вот так. Направление одно. Ау, смотри, кружка висит. Вот, да, кружка. Вот тоже же, да, наверное, блиндаж. Блиндаж был. Русский эмалированный. Вот и везде закопы, сразу вот блиндажи. Вот, видишь, как надо солдатами отдыхать, командир, чтобы был там все. Ну, солдаты отдыхали в щелях. Вот, как бы, вот окоп и вырывается щель. Не, на копе как бы вот был. В блиндажах это уже команды состав, там взводные, ротные. Не, ну они бегали, типа отдыхать нужно. Все время можно в окопе сидеть. Конечно.
Это ж не один блиндаж-то тут. Нет, я говорю, делается щель, вырывается щель в окопы. На вахту вышли, да. Посидели. Ну, ну да. Вроде бы как. Дозор. Боевое дежурство это называется, БД. Это стояние. А потом, если бой, да, тут все уже высыпают. Не, ну да, сидели они тут этот прочно. Я смотрю, тут везде все ископано. Молодой конфетин, да, здесь? Да. Мы сами. Если не такой, возле нашего рельк вообще было поле. На учение, да, это он вырос, да. Тут было реже. Тут было реже. А, тогда, конечно. Тогда может быть. Да. Тогда окопы, да. И высоты были. Вот, конечно, видимость была, будь здоров, тогда Иваныч. Мы сейчас вернули направо, ну, тогда... с асфальта. Да. А налево вот этот рощица такая берёза, она на бугре, там такие доты. Да, вот отсюда вниз идет. То есть это была высокая точка, там было вот это все, видимость. Да, да. Хорошее очень место диспозиции. Молодцы, правильно выбирали. Да. Причем не на высоте, а в полвысоты. Полвысоты, да. Полвысоты. Оно так и делается. Запад. Потому что обзор куда? Запад, юг. Юг вот. Юг. Нет, юг туда. Вот юг, вот. Но солнце, вот, смотри. По солнцу. Ну, солнце сейчас, сейчас на запад. На запад. На запад ушел. На запад, значит, юг где-то здесь. Где-то сюда. Сюда. Вот, юг, вот сюда. Высокая точка, там ниже. Вот, ниже. Вот примерно сюда юг. Получается, да? Ну где туда? Да. Москва за спиной. За спиной, ну да. 1.14.1. А, недавно обновляли-то. Да. В 2014 году. Ну какой-то уст. Вот, блядь, сюда вылез. Это деляночный. Делянка. Вот она. Какой-то. Подавай, вот. Помнишь? Ну сворачивали. Да. Ну да, вон она. Да. Ну а теперь сейчас влево нужно идти. Туда ли. Прям по ней идти. Наманили. Собака сработала. Номера растянулись. Илюх, иди туда к Семёнычу. И дальше.
Он восьмерку делает. Чего? Он уводит его, да? Далеко. Далеко. А рябчики-то как активировались? И там. О, видишь, здесь отсюда не отвечает. Они рядом. Тут вообще рядом. Ну этот вообще рядом, он сюда подлетел. Еще один, их три тут. Примерный люк, где собака прошла? По дороге. Где-то тут, да? Вот, кажется, вот ты смотри теперь под ноги. Не, наверное, дальше, да? Нашел? Прыжок. Ну это заяц. Это заяц. Вот передние лапки. Или он сзади. Это не лиса. Это заяц. Беличок. Небольшой заяц. А как же ты тогда, говоришь, собаку увидел? Собаку я видел. Заяц не видел. Так ты бы и зайца должен был увидеть. Собака бежит и лает. Понятно. Он обычно, собака, Юр, он обычно вот так вот, он только перепрыгивает дорогу. Он остановится и посмотрит. Идет, да, да. Согласен. Вот сейчас слышали, собака, сейчас расскажу вам немножко. Услышали, мы шли обратно уже, в принципе, там по той вот дороге. За этим. Оттуда сейчас и идем. Стоянка у нас вот там вот. А так вот мы на номерах тут стояли. Вот там, в тальнике в этом. Так вот, услышали. Вот, точнее, хозяин собаки, Петрович, услышал, как она работать начала по зайцу. Вот, ну быстренько раскинулись вдоль по этой просеке. Дороги такой лесной. На номера встали. Ну, встали как бы. Надо было еще, конечно, линию разрядить, но мы встали довольно близко друг от друга, метров 20, не больше, 25. Вот, Илюха, он собаку видел, а перед ней же заяц прошел. И вот те следы, что я вам показал, как раз Беличка. Вот он через эту дорогу перескакал, дальше собака за нас, за спины зашла, ну, заяц туда, собака за ним. И восьмерку он там, видать, сделал. И обратно ушел аж вот туда вот куда-то. А там дорога проходит. Если он через дорогу перескочил и ушел в другой лес, то как бы это вообще без вариантов. Ну вот, получается, что за сегодня только вот один такой подъем зайца. Все-таки, как обычно, погода, она вносит свою лепту в любую охоту вообще. И... Ну тоже сейчас вот с мужиками общаемся. Склонны к тому, что все-таки из-за выпавшего снега ни одного следа вообще. То есть заяц лежит, кормиться не уходил. А этот, видать, может быть, поднялся, в лесу уже подтаяло. И капель была. Вот. А, кстати, так интересно, ребят, получилось, что начали, в принципе, собака начала работать, как только рябчики начали отвечать. А рябчиков вот я сидел, попутно манил, вы слышали, три штуки было. Один прям очень близко, если бы были не на охоте на зайца, и у меня бы не трешка была бы в магазине, то можно было бы, я бы его наманил бы. Вот, ну ладно, зато как бы понятно, что концентрация его тут вот в том месте приличная была, этого рябчика. И, по-моему, даже самка отвечала.
Мужики тоже заинтересовались. Интересно, затихарились. Илюха даже тройку поставил. Ну, ладно. Ты слышал, да, собака работает? Да, вот оттуда работает. Я думаю, что он сейчас на круг зайдет. И заряжаться будешь? Ну, я сейчас туда дойду, там перезаряжусь. Я нашел местечко. Сейчас, друзья, собака Гончак вот там работает, в той стороне. Илюха туда пошел. Я здесь присел. Нашла она след зайца опять. Пока суки. А вдруг эта охота всякая может быть. Пока светло, еще видно все. Попытать удачу. Посидим. Тихо в лесу. Тают все капельки. Да. Красота, я обожаю. Обратно восьмерку он делает, мне кажется, такую. По восьмерке. Заяц тоже устает. Он вообще оттуда идет. Ощущения такие, что как будто вот прям заяц идет через там, через елочки продирается. Вот прямо-прямо как будто бы вот что-то даже где-то хрустнет. Прям чувствуешь заяц. А нет, капельки где-то там. Где-то как будто бы, вот сейчас уже такое начинает стемнеть потихоньку. Где-то как будто бы движение какое-то среди деревцов там происходит. Но нет. Упал где-то снежок с ветки. Очень интересное ощущение. Концентрации такой. Ну, что-то, да, Илюш, собака куда-то совсем опять ушла. Да, он ее уводит, он ее петляет, уводит, она со следа почему-то сбивается. Видать, заяц профессор точно, раз он так ее путает. Потому что по зайцу. Петли он делает, будь здоров. Ну, ты понял, вроде бы как бы она по этой дороге в разрез прошла, собака. Ты ж там ближе был, да? Вообще дальше туда. Но она где-то там недалеко от тебя прошла. Лазила, да. А дорогу ты не видел, да, не пересекала? Ну да, не, ну это туда вглубь надо, конечно, было. Я-то ожидал, что может он вообще решится сюда куда-нибудь щемануться. Вот, ну ладно. А получается, потом она за наши спины, как бы, да, зашла туда. Ну вот туда вот. Илюх. Вот. Там. Не, изначально вот там где-то, потом вот туда. Вот, когда я уже пошел туда дальше, она куда-то далеко ушла. Да, уже в ту степь опять. Опять обратно. Я тебе говорил, они возвращаются. Вот она ушла туда, где мы там стояли. У зайца сложный день, да. Но мне кажется, ему повезло. Но хотя еще не вечер, сейчас придем, а он к столу выйдет. Ну просто, знаешь, уже сдастся, скажет, ну, мужики. От смеха, знаешь. Да, мужики, уже все, давайте, говорит, вот он, я готов. Просто, говорит, сил уже нету. 3 часа, говорит, бегать, у меня уже никакого ни желания нет. Уже разделанный.
уже на сковородке, да? Ладно, идем обратно на наши лавочки со столиком. Сейчас будем, наверное, собираться все. Темнеет. Да, сегодня такой день получился. Ну, поедем потом обратно, еще поговорим. Обсудим, да, или, Илюш, как говорится. Нет, так, ее... Возвращался. Крутнулся за болотом. Я вот сидел, скажем, здесь вот. Он прошел там. Ну, я даже не видел. Видит, может, собака. Я пошел на собачий след, а он развернулся за болотом. Там, где я сидел, пробежал. И опять в дорогу, и сюда. Но все. Это охота. Это ушел вот... сюда. Ну, мудрый заяц. Мудрый. Так, это профессор. Ну, ну, давайте тогда. Да, поэтому... Спасибо вам. Спасибо вам. Петрат ушел, Петрович, взял бы его. Так рассчитывал. Идет. Ну, думаю, сейчас он его грохнет. Нет. Давай, Петрович, спасибо тебе. Был он. Петрович, стой, не убегай. Я говорю. Собачки на корм. Она бегала сегодня. Ладно, не надо. Не-не-не, Петрович, прекрати. Ну все, спасибо. Петрович, спасибо. Спасибо. Приезжай, в любое время, как захочешь ты зазвать. Да, телефон у меня. Будь получше, понимаешь. Хреновый день сегодня. День и так был отличный, поэтому... Видишь, взяла уже к вечеру. Слушай, отлично прогулялись, а когда начали рябчиков манить, вот тогда он и заработал. Петрович, а все потому что манков рябчика начали манить. Давай, все, пока. Спасибо. Спасибо. Поехали. Погнали. Ну что ж, друзья, мы уезжали, было темно. И мы едем обратно, тоже темно. Но это уже все, дело к зиме идет. Световых дней все меньше и меньше света. Поэтому, как бы считайте, как ехали, так и уезжаем. Значит, хотел бы немножко сейчас про сегодняшний день. Вот у нас там был уже на дороге разбор полетов, когда уже Петрович там начал говорить. А я, Илюх, между прочим, вот тебе говорил про того зайца. И вот он тебе говорил, ты бы мог его, в принципе, взять, если бы дождались. Но скажу так, потому что когда ты все-таки в коллективе, вот тогда уже Иваныч начал сниматься, да? Сейчас я Риту отвечу. Рита разговаривает. Когда начал Иваныч, я смотрю, начал шуршать уже там своим рюкзаком, ружьем. И смотрю, этот второй Иваныч, Юрий Иванович, да, начал подтягиваться. Ну, я думаю, а что, ну, мне оставалось еще стоять, что ли, я тоже пошел. И потом ты уже тоже увидел. Но, как вот практика показывает, всегда по кругу. Они все равно по большой дуге. Там заяц восьмерки делал. Он бы все равно вернулся. И так оно и получилось. Но... Вот, елки-палки, охота, вот все-таки это охота, да, это как бы лотерея, правильно, вот сегодня Иваныч сказал, это 50 на 50. Ну да. Но сегодня было как пословица, бешеные собаки и 7 верст не крюк. Собака-то под вечер начала отрабатывать свое. Да, да, и да. И она свои 7 верст намотала так точно под вечер. Будь здоров, да, а ты, да. Кстати, заметил, что... Она столько кругу... Ты, кстати, заметил, как снег начал таять в, да, лесу, заяц начал немножко... Да, и птица, да, начала немного, как капель вот эта пошла. Да. О, это оттепель. Вот, да. Я почему... Вот говорят же правильно, да, что на рябчика охота в такую погоду, ну, ее нету. Когда вот пасмурно, когда там какой-то даже дождь может... Ну, а как здесь раз... другое. Здесь, на самом деле, как я уже понял, когда вот с такого морозца идет оттепель, они наоборот активируются. И под вечер, вот уже во второй половине часа в три, я услышал, там, ну, много птиц, да, слышали, звери, птиц, то есть лес начал оживать. А когда мы вот ходили в первую половину с утра, была тишина, согласитесь. Ну, вороны, это они всегда. Нет, утром ничего, до обеда ничего, кроме вообще там ничего. Ворон, да. Да, вот этих вот там соек, всяких там соек, вообще никакой активности в лесу не Согласен. Было. Согласен. Я видел тот момент, когда там Петрович, я так понял, увидел его, потому что Петрович в один прекрасный момент смотрел сначала в одну сторону, потом резко начал смотреть в другую сторону. И в этот момент я допускаю, что он как раз этого зайца и мог там увидеть, но не стал стрелять. После этого он еще постоял, видимо, начал наблюдать за собакой, как она его куда погонит. И потом сорвался, показал, вот я туда, да, и да, показал вот на линию.
Стрелять, опять же, ты говоришь стрелять. А как вот он мог стрелять, если заяц просто проскакал через эту? Там же вот буквально секунда. Он там не остановил. То есть он уже его заметил, когда тут уже пробегал. То есть, а у него, мне, скорее всего... Мне это судить просто, я не видел, в каком состоянии. Вот именно, да. Да, а он был уже на номере, он, наверное, понимал, что он уже не успевает ни прицелиться, ни вкладку сделать, ни выстрелить. Поэтому он все, он оценил ситуацию, проводил его взглядом. Да, и тебе просто показал, как бы... И пошел, проследил за собакой, показал, вот, стой на этом месте. А мы уже потом не дождались просто. Не, ну собака уже все, она уже ушла на большой-большой круг. Но она пошла же вообще, заяц пошел, петлять. Как я, помнишь, я тогда еще сказал, что пойдет через дорогу в разрез. Он так и пошел. Петрович еще сказал, что он до болота до какого-то там дошел. Вот там он петлю сделал. И помнишь, вышел уже на ту дорогу, где у нас вот и мы первый раз заходили, самый первый. Конечно, она бы домучила бы его. Он тоже устает. И мы бы его бы взяли. В общем, шанс, Люк сегодня был. Но, как я всегда говорю, даже и вам вот скажу, ребят, что у зверя всегда должен быть шанс. Сегодня как бы удача на его стороне была. И это хорошо, это правильно, это нормально. Тем и отличается охота вообще от гастронома, да, как говорится. Ну вот такое вот у меня впечатление. А так вообще сегодня вообще день очень, я считаю, насыщенный был. И в принципе мы как бы... Тетерева услышали, ну не знаю, ты слышал, нет, я слышал Тетерева, поигрывал он там, он не чуфыркал, но он покурлыкил его так, было, Тетерев, Рябчиков слышали, собака как работала, кто-то сказал, хотя бы собаку услышать, собаку услышали, зайца она подняла, и собака отработала, девочка эта Берта, отлично. Жалко первую собаку, очень да, жалко а первую вот собаку. Первую собачку, да, надо узнать будет ее судьбу, что там зашили вы, не зашили. Ну, да. Ну, он, наверное, задор да, такой пес задорный. Да, задорный. Он моложе этой Берты. Да, вот, ему 4 года, Берта постарше. У них самый сок вот рабочий, идет 4 где-то года. 3-4 года, это вот та самая их активность, они на пике. Да, следов, друзья, ну просто там, лося там очень много. Вот мы уезжали, когда еще пообщались с теми ребятами, которые оставались там, ну они тоже уезжали, я так понимаю, они все-таки лося взяли, там был коллектив, но у них там они коммерческая лицензия, все на лося. Лося они взяли, и все-таки это был нарезняк. Все мне говорили, что гладкий. Нет, это было нарезное оружие. Я, знаешь, что не совсем я понял. Дело в том, что... Я звук очень хорошо отличаю, просто по службе я это уже настолько... Вот, и знаю, как раскатывается по лесу этот звук. Это был нарезной, но взяли они его в 5 вечера только, опять же. Значит, они тоже. Но лося очень много. Две семьи точно. Значит, вот корова там с телятами. И два, я, по крайней мере, я насчитал двух взрослых самцов. Одиночек. Ну, а у тебя в двух словах, как тебе впечатление? Ты же вообще, вот как бы, ну, третий раз, получается, как бы вообще на охоту выбираешься. Ну, мои впечатления самые положительные. Мне понравилось тот... Ну, труд, который мы совершили, я считаю. Да, трудовая. Охота была такая интересная. Сколько мы? 6 с лишним, мы, нет, да, километров? Мы до обеда 3800 прошли. Угу. Причем там не самые простые по проходимости места. Да, согласен. После обеда мы еще около 3 километров намотали. Угу. Потому что тот же круг, только уже там вид сбоку прошли. Да. Там и по болотам походили. Да, и воды там прилично. Да, по чипажам полазили. Да, там... да, в хмыжниках полазили, по бурелом. Ну вот, конечно, безобразие при лесничестве такого недопустимо. Очень жалко, очень жалко. Я как-то вот себя ругаю, не знаю, как это не назвать сейчас на настоящий момент, что... Ну, наверное, надо было еще постоять минут там 20-30 на номере. Ты тоже был, по сути, заложник ситуации. Подождать. Все-таки ты был немного такой же заложник ситуации, как и мы все. Потому что, все-таки согласись, Борис Иванович и Юрий Иванович, они коллеги-охотники старше. Они нас старше, они по возрасту старше. Ну да, и по возрасту. Ну как бы этот вот авторитет, такой вес, они, и как охотники, наверное, у них богаче опыт. Опыта, да. И как
бы они. Хотя вот сколько я с Иванычем охотился, Иваныч он такой, он тоже долго не любит сидеть. Вот если нет, он все, он сорвется, пойдет, но он любит искать тоже. Да, Юр очень рассудительный. Он спокойный, да. Рассудительный, да. Он, ну, видно, человек тоже с опытом, богатым опытом охотничьим. Поэтому как бы тут волей-неволей, ну, мы с тобой заложники ситуации, и пришлось как бы пойти. Хотя я предполагал, что он вернется и также в разрез пойдет обратно. И скорее всего, они, как правило, ходят своими же тропами. То есть вот это и есть охота. Я первый раз видел вот эти артефакты Второй мировой войны. Никогда не видел вот эти раскопки копателей. Согласен. То есть ребята откопали, положили. С собой ничего не брали, положили, чтобы мы, поколение, которое вот сейчас выросло, своим детям рассказывали, может быть, своих детей, если взяли по грибы, по ягоды, на охоту. Я не знаю, как ты, я постарше немного, я еще вырос, воспитывался, и пионером я был в советское время, то есть СССР, это вот моя страна. Ну, я родился в СССР, да, пионером я не успел побывать, не успел. К сожалению. Может... Мне чуть-чуть до комсомола не хватит. Да, да, да. Но не суть, да. То есть видели вот эти окопы, это видели блиндажи. Это нам близко, нам вообще по духу, да. Вот людям, которые, у которых семьи, все деды, да. Там, да, прадеды, все это нам близко. Поэтому, конечно, когда мы видим такие блиндажи и окопы, когда вот эти вот предметы, это как-то прям, знаешь, и вот у меня было ощущение такое, как тебе сказать, оно, ну, трепетное, да, и одновременно как бы такой тоски, потому что как бы я представлял, как они там сидели а морозы были тогда, будь здоров, и снега там были, будь здоров, как они сидели вот это зимой, а не выходя, сидели они по 2 года там, то есть это не просто так. По сути, действительно, каждая охота, она у меня такая, в принципе, всегда трудовая, я никогда мне дичь особо так, знаешь, легко не давалась и не будет даваться, то есть каждая охота трудовая, естественно. Вот, и я вообще не сторонник того, ты знаешь, какого-то вот там, ну, гастронома, опять же, если так можно выразиться, да, когда там выпускают специально фазанов или как-то еще. Я вот добыть, походить, натрудиться, да, это вот, да, потом у тебя радость от этой добычи, пусть это там один рябчик, но я за ним ходил там почти 6 часов. Нет, по тарелкам каждый может стрелять, а там взять и рябчик выманить, ты его вымани, ты его увидь. Ты еще, чтобы на выстреле он был, ты еще его и не вспугни. Его свистеть-то правильно не каждый может. Это тоже наука, да. Вот. Надо ключ подбирать. Конечно. Не только к рябчику, а к месту, где он, ты сейчас находишься. Вот найти, это целая наука. И потом, когда ты, конечно, проходишь там эти там те же 6 километров, но ты идешь счастливый с этим одним рябчиком, у тебя никакой усталости. Кстати, рябчик первый нас начал манить, не мы его. Да. Он нас. Да, между прочим, рябчики начали говорить первые. Вот как вот теперь вот это пошло. Вот я, например, до этого момента, или честно признаюсь, и вам, ребят, скажу, что я на такую закономерность первый раз для себя открыл, что оказывается вот такая оттепель во время вот заморозков уже, она наоборот благоволит активности рябчика. При этом не обязательно, чтобы была солнечная погода. Вот как сейчас капель, я думал, она наоборот пугает, да? И вот в прошлом-то раз мы когда ходили там в Бару, я-то подумал, что вот как раз это пугает. Нет, ничего подобного. Наоборот, они более активны становятся. На сегодня прощаемся в этот раз. К сожалению, да, уезжаем без трофея, но довольные, что я, что Илья, мы очень довольны. Вот, надеюсь, не последний раз в этом году еще на зайца, но я так думаю, что мы, наверное, уже не на загоны, хотя посмотрим, не будем загадывать, как пойдет. А вот потропить, как снежок уляжется, обязательно съездим. Так что, друзья, всем желаю большущей удачи на охоте и в жизни. Ни пух вам, ни пера, уже можно сказать, ни рогов, ни копыт. Идут активные загоны сейчас. Вот, скоро и вышки пойдут. Ну и пока. Встреча на охотничьей тропе, друзья. До свидания.